наша малина спеет. Много красной уже сейчас будет, слишком много для двоих. Столько много. Надо кого-то приглашать, помогать есть. Это желтая. Такая вот сладкая. Это моя клубничка. Несколько ягодок съела. Которые посадили мы весной. Вот и здесь это ремонтантная, она почему-то была раньше еще этой летней. Она крупнее, крупная такая. Я ее немножко подсожгла травяным удобрением, полила, но было бы слишком забущено, если бы я не сожгла немножко, поэтому винограда будет столько. Ой, много насадила, потому что нас не было раньше ничего здесь, когда я купила дом. Я начала садить все кругом. Оно все было маленькое, сейчас все разрастается. Становится этот виноград крупный такой, но поздний. С косточками, зато птицы не едят. Потому что очень крупный. Ну, везде, мне кажется, первый год столько винограда будет. Ой-ой-ой. Будем сушить, делать. Эти сушить из разных фруктов, перемелим все и высушим. Пастила, вот вспомнила по-русски. Пастила, будем пастилу делать и зимой, и кушать потом. Вот какие-то букашки сосут из свеклы. Жара у нас идет страшная. На работе буду, и на работе кондиционер не как бы устроен так, чтобы на такую сильную жару. Рэнди говорит, что такой жары в истории не было. Климат меняется. Наши блюберри вот такая вот голубенькая, вкусная такая. Сезон такой начинается, все есть, ягоды, все, фрукты, ягоды. Мой любимый сезон. Слишком много ягоды. Придется рвать ее, может быть, заморозить, не знаю.